Ну что, дорогие друзья, всем доброго утра, или уже обед, или вечер, я не знаю у кого какое время, но, тем не менее, всем здравствуйте. Новый видос у Тима еще вчера вышел, но вчера у меня были другие ролики, и у меня не было времени чекнуть этот видос. Короче, я должен порвать живот, получается, от смеха, потому что, ну, это угарные, смешные моменты. Посмотрим, я только подкрепился, надеюсь, не лопну от смеха, ну... Всем приятного просмотра, давайте так, если вы хоть один раз за видос улыбнетесь, или вас какой-то момент удивит реально, ну так, типа вау, то вы поставите лайк, подпишитесь на канал. Если вам ничего не понравится, то в принципе можете проигнорировать. Ну либо, конечно же, можете влупить, если есть желание, дис. Ну короче, смотрите ролик до конца. Я тоже вот сейчас объективно буду оценивать моменты. Приятного всем просмотра. Ну и рекламная пауза. Поехали, поехали. Итак, Тим, за последнее время, сколько я играю, у меня таких супер крутых моментов было. Ну я, кстати, тебе их не скидывал, но тем не менее, блин. Ты давай, присматривайся к моим каточкам. Поехали. Одновременно подпрыгнули, но... А, короче, и Пайпер, и Ворон сдохли. Нормально. Ёпс. Динамайк убийца. Пиздец, он пол карты перевалил. Я думал, ну когда он закончит? В чем funny moments? Пол карты перевалил, нормально. Итак. Второе пришествие, да, только что было? Ну, блин, таких везений у меня было много. Так. Нифига, они вдвоем на него напали. А, смотрите, они меняют таргет. Мне интересно, это стратегически было продумано или случайно? Мне кажется, стратегически, потому что они одновременно туда рубанули. Вы видели, как они меняли таргет? Оп-оп. Тут я не понял. Сквозь ниту, да? Объясните, пожалуйста, как такое происходит? И как же я не люблю футбол? Хорош. Хорош. Так, ребята, вы запоминайте, какой момент вам больше всего за видос понравился. Вот. Мне пока ничего особенного. Буду смотреть, если что, в конце скажу. Так. Угу. Ну, стоп, а там кто-то резнулся. Ну, типа, не знаю, что в этом моменте было особенного. Ну, да, прикольно, что Биби, сколько там, четверых или троих убила, а потом сдохла только... А, в конце жвачка добила Пайпер. Но все равно, это не то, что я смотрел до этого. Видимо, у Тима заканчивается. В инвизе убил Леона, окей. А как же я не люблю футбол? Ну, гол прикольный. Вау, мое любимое качество, насали в глаза. Что происходит? Не, ну момент прикольный, реально. Раз с таким говнокачеством его вставили, что произошло там в конце? Смотрите. Так. Подождите, а как, блядь, Спайк притянул... Как Спайк притянул Фрэнка? Ёпта мать, я ничего не пойму. Я мозг сломаю быстрее, чем разберусь. В комментариях, пацаны, в комментариях. Я читаю комментарии. Объясняйте мне тупому, что тут происходит. А, предыдущая катка была футбола. Вы знаете, я его не люблю. О, 17 хп, смотрите, как чётенько. Вот этот моментик более-менее мне понравился. Молодец.
Сейчас подпрыгнет, да? А башка взрывается? А, она на другой таргет побежала, нихера себе. Такая... Так а чё она не вернулась обратно? Неужели там кто-то был ближе? А это все потому, что я футбол не люблю. Блять, все-таки гол. Роблокс, Роблокс. Я же говорил, что игроки Brawl Stars это манкрафтеры. 40 хитпоинтов, понятно? Ты охерел? Я представляю лицо Мортиса. Он такой, знаете, как на рыбалочке такой. Наживочку поставил и ждет, ждет, ждет. И тут такая четерюга, блин, с крючка сняла. Опять глаза нассали. Я надеюсь, момент достойный, что с таким плохим качеством вставили. Я говорил, что я футбол не люблю, да? Да, говорил. Ну и что должно произойти? Бля, вы видите? Гол не забили. Лол. Так. Что за момент был? Я просто задумался. Просто с футболом очень интересно получилось. Как там Тара, блин, с мячом вышла? Она просто под куполом была. А, короче, случайная ульта на невидимого Леона. Окей. Так. А, меня не обманешь, это футбол, а я его не люблю. Короче, пока что мне один момент понравился, где Пайпер в дым ушла, а Пенни осталось 17 хп возле дыма. Ну, типа, прикольно. О! А вот это было еще круче. На, все, просто раздал одному и второму. Опять футбол, да ты... А он чередует, да? О! Хороший момент был, очень хороший. Возможно, даже этот момент мне... Блин, ну я футбол не люблю, не хочу этот момент оставлять как лучший. Вот это Джин, видим, брат за брата. А нет, там же этот Поко был, да? Так. Три девяточки. На нахер просто. Да. Да, катка ШД, катка футбол. Катка ШД, катка футбол, окей. Так. Там Леон что-то задумал. Смотрите как. Хороший, хороший мув. Они в кустах. Они в кустах друг друга не убивают, да? Охренеть. Ну, блин, крыса крысу не съест. Мышу может съесть, а крыса крысу вроде не ест, да? Ёп. Ничего не понял. Но это не футбол, это осада. Вы в комментариях пишите. Опять нихера не понял. Что такое? Я глазом моргнул на секунду. Ладно. Вот это, конечно, командная игра. Так, это не футбол, это баунти. Так, так, я весь во внимании, что произошло? Что произошло, черт возьми, блин! Ну что так сложно стало мне смотреть? Сука! Да, блядь, серьезно? Да, ну мне не нравится футбол, но это реально угарно. Блядь, вот это лучший момент за видос. Это IQ 3000. На! На! Еще порция подходит, на! На еще, блядь, сколько он раз ультанул. Ну, типа, прикольно, но не особо так, что прям супер. Оп. А, на тебе просто. Как бейсбол. Опять качество. Типа карма, да?
Так, мне пока понравился момент, где Шелли, блядь, друг другу пасы дают, не могут выстрелить. Реально прям очень интересно получилось. Что произошло? Последнюю секунду, типа, плюс звезда? Фу ты, блин. Так. Спайк их убил? Хорош. Так. Короче, Пенни вообще ничего не сделала и победила. Нормально. Бум. Хорош. Оставил после себя катализатор. Опа. Хорош, хорош. Опять футбол, да ё-моё. Блять, ну серьезно. Я вот таких моментов очень много видел, блять. Почему мяч в воротах за линией не засчитывает гол? Охуенно. Хорош. Ну, да, там банка забустила его, конечно. Дэдпул. Блэд Эссероу. Так. Так. Вопросы. Вопросы. А, он сдох от этого, от ракеты горящей. Все, понял, принял. Смотрите, два ворона против одного бедного Брока. На, раз, на... Мимо. Бля, ему сложно... Ёпта! Нихера себе! Нихера себе, блядь! Вы видели? Как? Еще раз, вот это лучший момент. Просто лучший. Ну, как всегда, концовка на десерт. Ну, понятно, от ракеты, ёпта, ну как? А ну, смотрим. Нет, нет ракеты, они друг друга убили. А-а-а. То есть, а как она не попала на Брока? Ага. Сука, тяжело. Бля, ну круто же, круто. Это лучший момент, все. Это лучший момент. И он последний. Друзья, ну, во время ролика я не все моменты понимал, некоторые пропускал. Вы мне в комментариях обязательно... Я смотрю ваши комментарии, я их читаю. Обязательно пишите. Самый лучший момент был в конце. Тот, где Пенни осталась, но я хотел за него зацепиться. Ну, там, где 17 хп в центре. Ну, он тоже такой слабенький. Ну, типа, был лучше, чем предыдущий. А, и Шелли, где пасовали друг другу. Ну, это вообще прям, ну, реально, ну, корка. Когда они не могут выстрелить, блин, друг другу пасы отдают. Причем там еще кто-то рядом бежал. Я не обратил внимания. Вот, ну в концовка вообще супер, блин. Тупо охотник One Love. Не, не так. Охотник Number One, во. Тупо троих птичек просто положил. Одного вырубил и двоих просто одной, я не знаю, одним движением пулей. Короче, они сдохли одновременно. Ребят, спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь. Пишите в комментариях, какой момент больше всего вам понравился. Ну и... Как мы и договаривались, если хоть один момент вам понравился, вы улыбнулись или удивились, лайкосик. Если нет, то, в принципе, можете игнорировать, ну, либо же прям вот наказать дизлайком. Спасибо, до новых встреч, скоро увидимся. Пока.